котором этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Мауро Икарди. И мяч переходит к другой команде. Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе.
Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. В котором этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. В котором этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Мауро Икарди. И мяч переходит к другой команде. Гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. В котором этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы... Парис Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите.